Survivium 042 игроков ждет новый игровой режим, обновленная локация Лондон, появление пиксель-корректной регистрации урона, новое оружие и экипировка, а также расширенная система рейтингов игроков. Детальный обзор изменений смотрите далее. Самое масштабное нововведение обновления — новый игровой режим — охота за артефактом. Днем командам предстоит сражаться за редкий артефакт — сияние леса. За каждый артефакт, доставленный на базу, команда получает 1 балл, а для победы требуется собрать 5 сияний леса. Игрок, переносящий артефакт, получает усиленную регенерацию здоровья, однако теряет возможность спринтовать. Как только одна из команд доставила артефакт на базу, происходит рестарт раунда. Персонажи перемещаются на точки возрождения, и бой начинается заново. Локация Лондон претерпела ряд существенных изменений. Респауны перенесены в здание и стали ближе друг к другу. Помещения внутри небоскреба в центре локации обзавелись большим количеством укрытий. Бои на карте теперь стали более динамичными и интенсивными. Произошли некоторые изменения и в арсенале игры. Вместо полуавтоматической снайперской винтовки 10 уровня Barrett M82 игроки получили АСВК — крупнокалиберную снайперскую винтовку с продольно скользящим затвором. Бойцы черного рынка получили доступ к MP5A1 — пистолету-пулемету 6 уровня снаряжения. У каждой группировки в продаже появились премиум-шлемы 8 уровня. Используя их, вы получите увеличенное количество репутации и сможете прокачать персонажа быстрее. От обычных такие вещи отличаются уникальным внешним видом и наличием 3 стартовых модификаторов. В Survivium 042 появилась пиксель-корректная точность. Суть данной технологии в том, что тикрейт не влияет на точность расчетов регистрации урона. Для игроков это означает, что теперь при стрельбе по движущимся целям стоит учитывать только скорость пули и движение объекта. Теперь хитбоксы игроков в любой момент времени соответствуют положению модели, которую вы видите на экране. Это нововведение снимет большинство вопросов, связанных с регистрацией урона. Лиги игроков возвращаются в новом виде. Побеждая в боях, игроки получают звезды и теряют их при поражении. Собрав определенное количество звезд, вы автоматически переходите в следующую, более высокую лигу. За переход в каждую последующую лигу вы получите ценные призы. Мы рассказали только о самых главных нововведениях и изменениях. С подробным списком изменений и обновления Survivium 042 вы сможете ознакомиться, перейдя по ссылке в описании. На этом все. Спасибо за просмотр. Увидимся на полях сражений Survivium.